Друзья, время начинать. Давайте с короткой молитвы мы начнем. Приглашаю всех встать. Friends, it's time to start, so let's come on in and start with a short prayer. Господь, мы благодарны Тебе за этот перерыв, который мы имели. Благослови, Господь, нас на остаток этого времени, чтобы снарядиться еще. Благослови, Боже, этот предмет. Благослови, мы сейчас будем говорить о современном цифровом измерении жизни. Благослови, Господь, и дай нам Твоих откровений сегодня. Мы за все благодарны Тебе. Слава Тебе и хвала. Аминь. Друзья, присаживайтесь. So, friends, you may be seated. И я бы попросил вторую презентацию включить, пожалуйста. Media team, if you could pull up the second presentation, please. Я обещал вопросы. Давайте 5-10 минут уделим вопросам. I promised you we could answer some questions. 5-10 minutes. If you have any questions about the previous topic, now's the time. Есть у кого-то вопросы? Либо все понятно, либо совсем ничего не понятно. Either we understood it all or understood none of it. So the question was, with all of that information, what is your opinion as a pastor of a church? Is IVF the right thing to do or not? Я, если коротко, я категорически не рекомендую семьям использовать ЭКО. So shortly, from my opinion, I don't recommend families use IVF. И если люди, которые не придерживаются такого совета, и они все-таки идут. And there are people that don't, you know, listen to this advice and they still go. То я принял решение относиться так же к ним, как к людям, которые делают аборты. No, then I have made the decision to treat those families as families that have had an abortion. Естественно, нужно исследовать. Бывает часто муж неверующий, жена верующая, наоборот бывает. Поэтому при исследовании все-таки решать уже вопрос о членстве, о замечании там, и так далее. No, obviously you have to look at the whole situation. Is the husband a believer? Is the wife a believer? And you know, then you can kind of take action within the church as needed. Что делать, если уже люди сделали? And then, you know, what happens if people did this kind of unknowingly? Есть люди, которые приходят уже сделав, просто каются, приходят в церковь. You know, there's people that come to me having done IVF and they repent before the church. Или просто не знали. Or they didn't know better. Я уже делился с кем-то, что я вот приехал в Казахстан, и у меня как раз была тема христианская этика, я преподавал, и в том числе задели этот вопрос. And, you know, I was sharing with somebody, I was in Kazakhstan, and I was talking about this Christian ethics topic, and we touched upon this. И ко мне подошло 5 женщин, которые сказали, мы сделали. And 5 different women came to me and said, hey, we did this. В Казахстане тоже очень развиты вот эти клиники. You know, in Kazakhstan, this is very popular, very developed. Особенно это люди, которые у них была такая молодость бурная, там с наркотиками связанная. У них в основном очень много процент бесплодия. You know, and so these were people who had a very wild youth, and they had, you know, issues with drugs, with their health, and because of that, they can no longer conceive. Я считаю, что мы должны, если дисциплинируем людей, дисциплинировать не за грех, а за отношение к греху. You know, and it's my opinion that, you know, if you're going to discipline somebody in the church, it should not be discipline for their sin, but for their views of that sin. Иначе нас всех нужно побить камнями, и нет святого ни одного человека. You know, otherwise, not a single person here is holy. We should all be stoned. И поэтому женщины задали вопрос, что нам делать сейчас с детьми? And so now these women come to me and ask, well, what do we do now with these kids? Я сказал, любить детей. And I told them, love your kids. Заботиться, take care of them. Воспитывать. Raise them. Но больше не делайте это. Don't do it again. Не идите на это. You know, don't participate in this. Но очень сложный вопрос, потому что у большинства, кто такие вопросы задает, у них в криобанках есть эмбрионы. You know, and it's a difficult question because many that come and ask me this, they have cryogenically frozen embryos in the bank. Понимаете, и я чувствую выгоду, когда вот на такие темы вызывают как бы не местных пасторов. You know, and I feel like it may be the right thing to call non-local pastors to speak about topics like this. Потому что я сказал и уехал.
because I can share this and leave. Но каждый такой случай нужно сопровождать. Это не просто сказать там, вот я тебе там запрещаю или что-то еще. No, I believe that every instance, every question here should be very carefully watched within the church, not just put out there and left alone. У нас был такой случай в нашем объединении. Я был 8 лет епископом. You know, there was an incident. I was a bishop for 8 years at that point. Когда одна девочка, ее просто изнасиловал насильник, и она забеременела. You know, and there was a girl, she was raped, and she became pregnant from that. И шла она с молитвенного служения. You know, she was walking home from a prayer service. И она забеременела. And, you know, she got pregnant because of this assault. И тогда очень сильно проверилось вот христианское сообщество. And then, you know, Christianity was really tested there. Половина сказали, да зачем тебе такой груз? You know, and half of the people said, "Well, why do you need this burden?" Кто тебя возьмет там с ребенком, тебе еще замуж выходить? You know, you have to get married at some point. Who's going to marry you with this kid? Что странно, это именно верующие люди говорят. You know, these were Christian people in the church saying this. Мне пришлось разговаривать с родителями этой девочки. You know, I had to have a conversation with the parents of this lady. Родители вообще не ходят в церковь, неверующие. You know, her parents are complete unbelievers. И у них было больше христианского, чем у некоторых христиан. And you know, they had more Christianity within them than a lot of the Christians in the church. И они сказали, а при чем тут ребенок? Почему мы должны его убивать? And their view was, you know, the child did nothing wrong. Why should the child be put to death? Он тут совсем ни при чем. You know, absolutely, the child is blameless. И нам легко дать такой совет, не делай аборт. You know, it's easy for us to give that advice, don't. Но мы взяли ответственность с церковью. Мы этой девочке, пока она не вышла замуж, мы оплачивали все памперсы, well, you know, все питание детское. No, we as a church, we didn't just tell her this. We took responsibility until she got married. We financially supported her. All of the formula, all of the diapers were purchased through the church. И она вышла потом замуж. You know, then she got married. Когда мы говорим не ходи и не делай ЭКО. No, and so when I say, hey, don't go and participate in IVF, мы должны что-то взамен дать. No, as a church, we have to give something in return. По крайней мере, сопереживать этой семье, они хотят детей. You know, at least you have to have compassion for this family. They want kids. Молиться, объединиться, чтобы у них были дети. You know, unite with them, pray for them to have kids. И нести ответственность за свои советы, нужно нести ответственность. You know, for the decisions you put out in the church, you have to bear responsibility. Так что, если уже люди пришли с такими детьми, надо учить их заботиться о детях, любить. You know, so if people come to the church with kids from IVF, you know, you teach them, take care of your kids. Я умышленно не говорил о процентах осложнения, их очень много процентов. You know, I purposefully didn't share the percentage of complications that arise in this procedure. Хорошо, мне знакома одна семья, они сделали ЭКО в Калининграде. You know, I know one family very well. They underwent IVF. Больше того, он сам пастор церкви пятидесятнической. And you know, he himself is a pastor of a Pentecostal church. И сейчас ребенок ему уже где-то 7 лет, и он в вегетативном состоянии, то есть, ну, как бы говорят, овощ. And you know, right now the child is 7 years old and is in a vegetative state. Так что он, где я не учу, он говорит, ты мою историю расскажи, чтобы другие это не делали. And you know, anywhere I teach on this topic, he tells me, hey, share my story so others don't repeat my mistake. Да, там на всем протяжении, тогда операции были еще очень такие неотъезженные, и на всем протяжении были осложнения, и родили, но ребенок вот в таком состоянии. You know, and when they did this, the procedure wasn't really well tried yet, and so they had complications every step of the way, and this was the result. Хорошо. Еще может, да, вопрос, да. Another question. Ну, такое же. Тут какие этические проблемы? То есть так же, как любая подмена, если мы меняем союз мужчины и женщины, говорим, что однополые браки нормально, это не соответствует Божьим стандартам. Точно так же и институт материнства установил Господь, и он должен быть в таких вот именно рамках, как установил Господь. Иначе коллизий на следующем этапе, витке, достаточно много.
во-первых, как суррогатное материнство. Сколько таких историй, когда ищут истинных матерей, а суррогатные, вот их роль. А потом еще как бы и отдавать не хотят детей, когда уже сама выносила. Там куча этических проблем. Again, with surrogate motherhood, there is a lot of possible complications, ethical questions. You know, there is instances where, you know, the mom doesn't want to give up the child after surrogacy, or there's questions of paternity or, you know, parenthood, things like that. So, again, it's fraught with complications. And the other point is, you know, the institute of motherhood is something that God instated, and we shouldn't go against that. И мне кажется, те женщины, которые идут на это, у них тоже чуть-чуть деформировано материнство. То есть как отдать ребенка, которого ты выносил, то есть что-то должно внутри, ну, все равно не то щелкнуть. Вот. And you know, women that participate in surrogacy, they kind of take away from their own motherhood because they bring up this child in their womb, but then they have to give it up. So there's a whole slew of issues. А морально и сама коммерциализация, что за счет этого можно заработать. Вот это меня тоже всегда, ну как христиане могут это делать? And you know, from a moral perspective, you can make a lot of money doing this, and I, as a Christian, wonder, well, how can we? Любое обесценивание человеческой жизни, вот снизведение вот до уровня биологического материала, типа как бы одному передать, другому передать, кому-то наследовать, там, ну, это недопустимо. We devalue human life, we put a financial amount on it, and we can sell this biological material from one mom to the next, you know. Потому что если мы органы говорим, но орган это не личность, не душа, это орган, сердце там пересадить, почку пересадить. Эмбрион, если мы христиане стоим на позиции, что это с самого первого момента, это жизнь, мы должны также к этому относиться. You know, if we talk about organ transplants, it's not a whole human. It doesn't have a soul. You can transplant a heart. But when it comes to an embryo, it's a child, it has a soul, a future. Мне кажется, мы, я имею в виду люди, искусственно создали такой термин эмбрион, что типа как бы уже не до человек. You know, I think we, and I mean we as people, we have this word embryo to kind of eliminate the human side of it. Да, поэтому я считаю, с христианской точки зрения, это все социальные позиции всех церквей прописывают, что суррогатное материнство недопустимо. And again, you know, a lot of churches are in agreement with this, but surrogacy is usually not okay. Хорошо, еще один вопрос. Все время наше тикает. Или двинемся дальше. Okay, let's move on. У нас не менее интересная, я считаю, тема. And I have yet another, I think, interesting topic. Мы поговорим о цифровой гигиене. Now we're going to talk about digital hygiene. Или по-другому можно назвать цифровая диета. Or another title would be a digital diet. Пандемия коронавируса научила нас гигиеной заниматься. You know, with the coronavirus pandemic, we were taught a lot about hygiene. Как бы мы к ней ни относились, но руки мыли. Все мыли руки, все ухаживали за собой. You know, no matter how we treated our hygiene, if we washed ourselves carefully, washed our hands all the time. Во многих церквях решился вопрос, который годами в братском совете не решался. You know, many churches they reached a conclusion on certain topics that там were undecided for years. Со святым целованием. You know, topics like greet each other with the holy kiss. С одной чашей. You know, drinking communion from one cup. Представляете, на братских советах не могли решить, а маленький вирус раз и все решил. You know, this was undecided in the brotherhood for years, but all of a sudden the virus made a decision. Это чему-то нас научило. And I think this taught us something. И вот цифровая гигиена, на мой взгляд, она не менее важна, чем обычная. You know, and I would say digital hygiene, it's more important even than regular hygiene. На нас сегодня вываливается много вещей, к которым мы просто не готовы, не знаем даже, как с ними жить. You know, a lot of things are dumped on us today that we don't really know how to live with. Давайте также пойдем, во-первых, несколько таких информационных вещей. So let's look at a couple of informative points in history. На самом деле мы наблюдаем сейчас взрывной рост вот информационного потребления. You know, I would say right now we're experiencing an explosion of the consumption of information. Хотя по большому счету мы даже это не ощущаем. No, but in a large way we don't even feel this. Мы, знаете, как та лягушка.
And we're like that frog, которую медленно варили. That's slowly being boiled alive. Ее посадили в холодное молоко и потихоньку подогревали. You know, you put it in cold milk and slowly turned the temperature up. И незаметно она сварилась. And all of a sudden, without realizing, it's boiled alive. Большинство процессов, которые с нами происходят, они тоже незаметны. And a lot of the things that happen to us, they're very hard to notice. Но если мы посмотрим вот на эти цифры, мы поймем, что на самом деле еще каких-нибудь 20 лет назад все было по-другому. But if we look at this timeline, we start to understand even 20 years ago things were different. И поэтому мы можем утверждать, что это произошел некий такой взрывной рост. And so we can conclude that there was an explosion of information, explosive growth. Посмотрите на эти цифры. So let's look at these numbers. Это то, что нас сейчас окружает. Now this is what surrounds you today. Я даже не знаю, как эти цифры называются. No, I don't even know what a number that big is called. Вы видите, сколько электронных писем в месяц проходит, сколько запросов в Google. And you can see the amount of Google searches, the amount of emails. В Фейсбуке 500 терабайт ежедневно данных помещается. You know, 500 terabytes of personal information and data is cycled through Facebook daily. 2.5 миллиарда единиц контента — это фотографии, какие-то посты, комментарии и так дальше. 2.5 billion individual posts of content. 2.7 миллиарда лайков, 300 миллионов фотографий. 2.7 billion likes, 300 million photos shared. И мы можем сказать, что на самом деле рост, он как экспонента идет. No, we can truly call this exponential growth. Вы видите, в 2009 году было 0.8 зерабайт, это единица измерения памяти. You know, we see in 2009 it was 0.8 zettabytes. This is a way to measure an amount of digital data. Zettabyte. Zettabytes. Zettabytes. Что такое одна зеттабайт, чтобы вы понимали? And so for you to have more context, one zettabyte. Если вас посадить и включить вам фильм. You know, if I sit you down, turn on a movie for you. Вот зеттабайт — это 64 миллиона лет вы будете смотреть фильм. If the movie is one zettabyte long, you're going to watch it for 64 million years. 64 миллиона. 64 million. Лет один человек будет смотреть фильмы размером 1 зеттабайт. 64 million years, one person will watch a movie. Мы уже, проскочили такое, как гигабайт, терабайт, петабайт, эксабайт. Сейчас мы в зеттабайте. So we've gone through all of the different measurements, you know, gigabyte, terabyte, and now we are all the way at zettabyte. И придумана следующая уже единица измерения — йотабайт. And the next unit of measurement we have yet to reach is the yettabyte. Это 1204 зеттабайта. No, this is more than 1,000 zettabytes. Да, 1024. 1024 zettabytes. 1024. То есть вот это нам кажется какие-то немыслимые цифры. No, we think these are just imaginary numbers. Но давайте посмотрим с другой стороны. But let's look at it from a different perspective. А кто это потребляет? You know, who consumes this content? Это все в равной степени делится на всех жителей Земли. You know, all of this, it's affected onto everyone living in the world. Информационная нагрузка, она на нас очень большая. You know, there's a great load of information on every one of us. И это приводит сегодня, к сожалению, уже к изменениям даже нашего мозга. And today, regrettably, this is changing the way our mind works. Мы научились ставить фильтры. No, we've learned to filter things. Сегодня мы уже видим, допустим, в своей церкви, что даже на экранах те объявления, которые идут, люди не реагируют на них. Они не помнят и не знают их. Even in our church, we see that whatever advertisements we put on the screens, people don't even pay attention. They don't remember them, they don't know them. Потому что наш мозг уже вне зависимости от нашего сознания, он не воспринимает часть информации. Это как серая зона, шум. You know, our mind subconsciously starts to block out this information. It just becomes background noise. И сначала я хочу рассказать о том, какие опасности есть у этого мира. And so first I want to share some of the dangers of the world that we live in.
И первая опасность. And so number one. Это разрушение границ. No, it's the fact that borders have been destroyed. Это одна из самых знаменитых картин, которая была на Берлинской стене. You know, this is one of the most famous pictures that was up on the Berlin Wall. Масштабная роспись, которую сделал Дмитрий Врубель. You know, this was by Dmitry Rubel. И называется «Братский поцелуй». And it's called the Brotherly Kiss. Но та стена, хорошо, что она рухнула. But it's a good thing that wall was torn down. Это упала граница, и открылись страны социалистического лагеря, стали дружить с другими странами. No, the borders were broken down, the country opened up, started having relations with neighboring countries. Но когда мы говорим о цифровых технологиях, but when we talk about, you know, the information age, digital information, вот что я вкладываю в понятие разрушения границ. Here's what I mean by borders being destroyed. Раньше был такой термин, он еще в Британии создался. Мой дом, моя крепость. And you know, back in the day, there was this term invented in the UK, and it was my house, my castle. Каждый хозяин дома, он делал все, чтобы его семья была защищена. You know, every homeowner could do all things to protect their own family. И поэтому каждый был заинтересован создать что-то крепкое и безопасное. And so every person was interested in creating something safe for their family. Но цифровые технологии, они разрушили эти границы. But this technology and information have destroyed these borders. Смотрите, что произошло. Наши дети сегодня находятся фактически в одной комнате с маньяками, педофилами, развратниками, наркодилерами. You know, if we look at the facts, our kids are basically in the same room with pedophiles, with drug dealers, with all sorts of horrible people. Вы хотели бы так оставить своего ребенка? Now, would you leave your child exposed to that? Но вот благодаря интернету, цифровым технологиям, это реальность. But the fact is, thanks to certain digital access like the internet, that's a reality. И произошла очень интересная ситуация. Now, there is an interesting situation that arose. Я помню, как мой отец меня учил кататься на велосипеде. Now, I remember my dad teaching me to ride a bike. Потом он учил меня кататься на машине. And then he taught me how to drive. Но мой отец меня не учил идти в интернет. But he never taught me to access the internet. Потому что он не знал интернета. Because he had no idea about it. И я осваивал сам интернет. No, I consumed this on my own. Я понял, что освоение интернета — это как идешь по минному полю. And I started to understand when I am online, it's like walking a minefield. Сегодня технологии такие, что мы, как родители, мы не можем взять ребенка и пройти по этим закоулкам, показать, где можно, а где нельзя. You know, the technology today is as such, you can't take your child and lead them around that minefield, show them where to go. Дети вынуждены один на один остаться вот с этим открытым миром. No, kids are left alone, one-on-one with this digital world. И на них очень сильно влияет цифровой мир. And so this digital world really impacts them. Мы видим, что аморальный юмор. You know, we see immoral humor. Если раньше мы могли как-то более-менее заботиться о том, что наши дети читают, видят, сегодня мы фактически не можем влиять на это. You know, if in the past we could, you know, care for what our kids read, see, consume, today it's much more difficult. Командные компьютерные игры. Если раньше мы следили, кто в песочнице с нашими детьми сидит. You know, back in the day, if we could, you know, control who was in the sandbox playing with your kids. И мы могли регулировать это. You could have some say in that. Сегодня мы вообще не знаем, с кем играют наши дети. But today, if they're online, we don't know who they're playing with. То есть границы рухнули. In other words, borders have come down. И мы даже не можем помочь нашим детям в выборе друзей. And we can't even help our kids pick the right friends. И если, ну, вот здесь многие сидящие поймут меня, если нас домой нельзя было загнать. And you know, I think many here will understand, we had a hard time going home when we were younger. Если мама уже там кричит, это значит, ну, уже как бы надо домой идти, попадет. You know, we'd be playing outside, and your mom would have to yell for you to come home. То сегодня детей не выгонишь из дома. Then today the opposite is true, you can't get your kids out of the house. Также еще такой момент, это кросс-культурное влияние. You know, and here's another moment of cross-cultural influence. На самом деле мы даже не осознаем влияние кросс-культурное на наших детей. No, we don't even realize the cross-cultural influence on our kids.
Такой пример приведу, что когда эскимосам, чукчам начали завозить водку, you know, let me give you an example. When Eskimos were exposed to vodka, в их организме не было противоядия против алкоголя. You know, their organism couldn't withstand alcohol. Поскольку они жили всегда в холодных условиях, and because they always lived in cold climates, они вынуждены были всегда жирную пищу есть, чтобы согреваться. You know, they would always consume a lot of fat to stay warm. И поэтому часть ферментов, которые разлагают алкоголь, у них просто отсутствует. And so the part of the body that would process alcohol, their bodies lacked it. И когда им завезли горячительные напитки, это споило прям их очень быстро. And so when alcohol was brought to them, it just burned through their society quickly. Почему? Потому что другая культура. Why? It's a different culture. Сегодня очень много исследований того, допустим, как аниме влияет на людей. And, аниме — это японская культура, мультипликация японская. You know, and today there's a lot of studies about how anime affects different people. This is, you know, part of the Asian Japanese culture. Lots of bright colors. С подчеркнутой сексуальностью. You know, with sexuality being highlighted. И, к сожалению, это влияет ментально на людей из другой культуры. And you know what? This really affects people from different cultures. И в том числе ментально. То есть люди с ума сходят. You know, this is mental. This leads people to lose their mind. И вот таких кросс-культурных вещей достаточно много. And so this cross-cultural influence is fairly prominent. Если в одной культуре есть какое-то противоядие этому, you know, and if one culture has a way to withstand and resist this, допустим, там чтится отец, его мнение, you know, for example, the father there is respected, his viewpoints, но туда приходят другие элементы. But then different elements are introduced из другой культуры. From a different culture. И ребенок становится дезориентированным. Now, all of a sudden, the kids are disoriented. Это лишь как бы такой поверхностный, у нас немного времени, потому что сами проблемы, можно много говорить. You know, this is just superficial overview. Следующая серьезная проблема. And here's the next serious problem. Это трансформировалось в восприятие информации. The way we take in information has transformed. Я поясню, что это такое. I'm going to explain. Вообще, у нас мозг очень интересно работает, у него три режима есть. You know, our minds work very, very interestingly. They have three ways to function. Как мы работаем с информацией? You know, three ways they process information. То есть мы ее получаем. You know, first we receive it. Вот сейчас ваш мозг работает на принятие. So right now your mind is working as a receiver of information. Вы не можете другую функцию включить, иначе выключится первое. Если вы начнете просто какую-то мою фразу думать, обдумывать, no, you can't turn on the different functions because the first functions stop. Вы не услышите следующее, потому что ваш мозг переключится. You know, if you start to dwell on one thing that I said, you're not going to hear the next thing because your mind is not there. То есть это три состояния мозга антагонистов. And so these three states of your mind, they're antagonistic. То есть, когда включается один, другие выключаются. When one is on, the other two are off. Когда мы слушаем, то мы слушаем, мы принимаем, воспринимаем. So when we listen, we are receiving. Когда мы обдумываем, мы это другой режим. And then the second part is where we think about this, dwell on it. Бывало у вас так, книжку читаешь, и раз, и мысли ушли, потом где это я там, приходится возвращаться. Now, have you ever had this? You're reading a book, and all of a sudden you feel like, oh, where did my thoughts go? Потому что включился другой режим, аналитический, уже на прием ты не работаешь. Because a different mode of operation has been turned on. You're no longer receiving, you're more analyzing. Третий режим — это выдача. And the third mode of operation is giving the information back out. Когда то, что у тебя формируется, ты выдаешь. Again, whatever is formulated in your mind, you put back out. И вот когда сейчас я выдаю, я не могу принять ничего. And so me here in output mode, I can't accept anything. Так устроено, что если включается одно, другие выключаются. And so again, one is on, the other two are off. Давайте каждую из них подробнее рассмотрим. So let's look at each one of these carefully. Итак, получение информации. First, the receiving of information. Смотрите, то, что мы живем вот в этой среде, оно нас заставило работать экономно. No, the fact that we live in this world is it's made us function in an economical way. Мозг человека, он потребляет очень много энергии. You know, our minds consume a lot of our energy.
То есть мозг по своему весу, по объему, это 2% тела. You know, your mind, it's about 2% of the weight of your body. Но потребляет мозг 20%. But it consumes about 20% of your energy. То есть мозг это очень важно, друзья. No, obviously, the brain is important. И поэтому умственная работа, она бывает тяжелее даже физической. And so a lot of the times, mentally difficult work can be more difficult than physically difficult work. А теперь давайте сделаем небольшой эксперимент. Now let's do a quick experiment. Я сейчас включу слайд. I'm going to turn on the slide. Смотрите, на этом слайде очень хорошая статья. Нейротрофические факторы и серотонетические системы мозга. So on this slide there's a very interesting article. И эта статья, на самом деле, я думаю, что они даже получат Нобелевскую премию. You know, this research paper, this article that's up here, I think it's going to win the Nobel Prize. Второе, это Instagram Мадонны. And the second thing up here is pictures from Instagram. Куда ваши глаза направились? Where do your eyes go? Сегодня мы можем сказать, что эпидемия... упрощение информации идет. Today I would say we have an epidemic of consumption of information. Эком когда-то сказал, что лишние сущности, они отсекаются. Сущности лишние, которые... То есть всегда человек найдет более простой выход из ситуации. No, it was once said that a person will always find the simplest answer to a problem or a situation. Когда мы говорим, что мозг у нас работает на принятие, на освоение, на аналитику и на выдачу, то поглощение информации меньше всего требует от нас энергии. So when we say our brains operate in three ways, that's consumption, processing, and output of information, the consumption part requires the least energy and effort. И поэтому все, кто создают контенты, они сейчас стоят на рельсе упрощения контента. And so everybody that's a content creator kind of focuses on this part. Потому что человеку гораздо проще что-то листать, какие-то фотографии, видео. No, because for us as people, it's a lot simpler to just flip through photos, through videos. Потому что когда ты начинаешь читать, because when you start to read, мозгу требуется больше энергии. All of a sudden, your brain is more demanding. И сам мозг, он лучше выберет картинки. And your brain will say, hey, there's pictures instead. И поэтому вот этот серфинг бесконечный по социальным сетям. And so this endless surfing on social media. Почему он популярен? Why is it popular? Потому что там не надо напрягаться. Because it's effortless. Когда ты читаешь, тебе приходится анализировать то, что ты читаешь. You know, when you're reading, you're forced to analyze. Ты включаешь вот эти зрительные объекты внутрь своего осмысления. You know, you take this visual content, internalize it in your mind. И ты обязан там создать образ. And in your mind you have to create this likeness. То есть не в готовом виде его потребляешь, а ты его создаешь сам, этот образ. You know, you're not fully consuming this already prepared for you. No, you have to create an image in your mind. Когда ты читаешь книжку, ты сопоставляешь такой герой, вот они встретились, у тебя рисуется образ. You know, твой мозг example, работает. When you're reading a book, you're creating a mental image of the hero and the situation. Your mind is working, it's creating. Когда тебе дали готовый образ, уже снятое видео или фотография, твой мозг не работает. But instead, if you're given a prepared picture or prepared video, your mind doesn't have to work. Он использует совсем мало процент для того, чтобы формироваться. No, it's very easy to process. A small percentage is used. Но это как раз у взрослых, это в принципе еще нормально. У них же сформированный. You know, and for adults, this is not the worst thing. Your mind is already developed. Но сегодня большая проблема, когда вот эти все социальные сети или вообще цифровые технологии заменяют бэбиситеров для наших детей. But today the bigger problem is that social media and all of these digital technologies take the place of a babysitter in our kids' lives. Когда дети, чтобы поел, надо мультик включить. You know, in order for your kid to eat quietly, they need a cartoon. Чтобы не мешал на собрании, надо телефон дать. You know, so they're quiet in church, here's the phone. Первые 25 лет у человека формируются его нейронные связи. In the first 25 years of your life, neurons are still formulated. Ну, общая масса их,
You know, the general... Они формироваться могут всю жизнь, но вот 25 лет — это самое большее формирование наших нейронных связей. Now, your neural connections form your whole life, but until 25 years old, that's the most critical part. Но они не могут сформироваться, если мозг только работает на потребление. But they are stunted, they cannot formulate if your mind is just focused on consumption. Для этого нужно, чтобы включились другие вещи, включилась аналитика, тогда мозг начинает работать, социальные связи начинают формироваться. Instead, your mind has to engage the analytical, the processing part for those neural connections to be built. А еще важнее — это выдача информации. And the most important is that last piece, the output of information. Не случайно во всех вообще школах всегда заставляли пересказывать. You know, it's not an accident that in schools you're always forced to retell things. Почему важно пересказывать? Why is this so important? Так максимально вообще задействован мозг. Because your mind is at its maximal efficiency. Для своего развития. You know, it's being developed. То есть ты взял информацию, ты ее переработал, и ты еще выдал ее. So all of a sudden you're taking information in, you're processing and putting it back out. Это самая тяжелая работа. Now that's the most difficult task. И сегодня на самом деле у нас очень важный вопрос. And so today we have this big question. У нас есть смартфон или мы есть у смартфона? Do you have a smartphone or does your phone have you? Кто кем управляет? Who controls who? Давайте поговорим о обработке информации. Нотат сделать специально для пастора. Let's talk about the processing of information a little bit more. Давайте поговорим об обработке информации. Вот эта женщина, она сделала очень интересное исследование. Ее зовут Глория Марк. Now, this woman, Gloria Mark, she made an interesting discovery. Она исследовала, насколько с опозданием включается система аналитики человека. Now, she figured out the latency of when the analytical part of your mind turns on. Я думаю, что каждый из вас чувствовал это, когда вдруг вам нужно там какое-нибудь резюме написать. You know, I think we've all felt this. All of a sudden you have to write a resume. И вы садитесь. You sit down. Вы ложите листок перед собой. You know, you put a piece of paper down. И вот не может начать, не можете. And all of a sudden you just can't get it going. И так, и так, и к проповеди некоторые так готовятся. You know, some people prepare for a sermon like this. You just can't start. Так вот эта женщина доказала, чтобы заработала аналитика в мозге. And so this woman, she proved for the analytical part of your mind to click on. Должно пройти 23 минуты 15 секунд с момента, когда ты последний раз получал информацию. There has to be 23 minutes and 15 seconds from the last time you consumed information. Чтобы ты переключился, твой мозг, на способность анализировать какую-то информацию, а тем более выдавать, нужно 23 минуты покоя мозга. So, after your mind receives certain information, it needs 23 minutes and 15 seconds of peace. Чтобы туда не входила никакая информация. So that nothing else would enter in, then it can turn into a different mode of operation. Также эта женщина подсчитала, что средний клерк, ну какой-то менеджер, он имеет от 50 до 70 звонков в день. And she also figured out that a middle manager has between 50 and 70 phone calls a day. Это значит, что у него 23 минуты вообще не настает. You know, then that means that that 23-minute mark never comes for them. Поделите сутки на 70 звонков. You know, if you divide 24 hours a day into 70 phone calls, и вы поймете, что день прошел, а вы ни разу не подумали. You're gonna see, hey, the whole day's passed by. I never made my own thought. А если это происходит изо дня в день? What if this happens day after day? А если это происходит постоянно? What if this happens constantly? То мы имеем очень большую проблему. Then we run into a problem. Очень интересное другое исследование. Well, here is another interesting piece of research. Почему вот сегодня многие говорят о цифровом аутизме? Why do many people today talk about a digital autism? Что такое цифровой аутизм? What is this? Это потеря возможности поддерживать длительный психологический контакт с другими людьми, замыкание в себе и раздражительность. You know, this is an inability to connect with other people in real life. It's irritability and withholding within yourself. Чем больше у нас будет цифровых технологий, you know, the more digital technologies we surround ourselves with, тем больше будет физических аутистов в мире и цифровых аутистов. The more there'll be physical autism and digital
functional autism. Эти люди не могут строить отношения с другими людьми. And so these are people that cannot build relationships with other real people. Вы видите график. Now you see the chart here. Который показывает, сколько мы имеем личного общения с кем-то и сколько экранного времени у нас. Now we see how much personal interaction we have versus digital interaction. Исследования начались с 87 года. And the study started in 97. И мы видим, что в 87 году личное общение, это синяя линия, оно превосходило экранное время. Люди все равно сидели у телевизора, но личного общения было 6 часов, экранного времени было 4. And so we see that's the blue line represented. And people still had a lot of screen time in 97, but it was about 6 hours versus 4. В 97 году это выровнялось. In 97, it kind of plateaued and became even. Сколько человек сидел перед экраном, столько он и общался вживую с людьми. You know, the amount of screen time matched real life interactions. 2007 год очень показательный. Что произошло в 2007 году? In 2007, it's very telling. What happened in 2007? Почему уже на нескольких слайдах этот год фигурирует? Now, why do we see this year on many slides repeatedly? В 2007 году вышел первый iPhone. In 2007, the first iPhone came out. И в 2007 году уже распределялось 8 экранного времени и 2 это вживую общение с людьми. And we see the breakdown: 8 hours of screen time, 2 hours of real social time. Но и замеры прошлого года это 10 к 1. And as of last year, it's 10 to 1. То есть у каждого из нас можно посмотреть наше экранное время. You know, every one of you can check your screen time. Это легко сосчитать. You know, it's easy to calculate. К сожалению, есть вообще неутешительные срезы, говорят о том, что скатилось до 15 минут в день. You know, there's even some research that says, hey, now it's just 15 minutes a day. То есть с детьми обычно общаются, как дела, нормально, в школе все хорошо, окей. То есть вот в 15 минут все укладывается. You know, your conversation with kids is, hey, how are you? Good, everything good in school? Okay, 15 minutes. Какие есть признаки аутизма? So what are some, цифрового аутизма? Some signs of digital autism? Друзья, я предлагаю вам сфотографировать это. У нас время очень мало, и пойдем дальше. No, I encourage you, take a picture. Look at the signs. We don't have a lot of time. We're going to move fast. Я просто это прочитаю, не буду останавливаться. Постоянная потребность проверять социальные сети. Палец тянется к экрану даже в моменты, когда вы общаетесь с друзьями или родными. Это можно даже сейчас на свиданиях увидеть, когда люди вроде бы пришли на свидание друг к другу, но они сидят в сотовых телефонах. Now, the first one is just a constant need to check your social media. Even when you're with other live people or friends, you're always online. Много времени проводите в интернете, теряете контроль за временем и не замечаете его течения. Spending too much time online on the internet, losing track of time, not noticing how much time has gone by. Легко отказываетесь от общения с человеком, ради этого требуется потому что ради этого требуется подстраиваться под особенности его характера, образа жизни. You know, it's easy for you to give up social time because you're not willing to deal with the social situations or social cues of people around you. Ну и так дальше, еще можете вот сфотографировать. And here's more, you can take another picture. Быт перестал быть интересным, потому что там не так интересно, как в интернете. You know, the real life world is less interesting than the internet. Мало запоминающихся вещей. You know, you start to remember fewer and fewer things. Я бы еще добавил, что если сегодня такая тенденция. Если ты не выложил фотографию, значит событие не состоялось. You know, and I would add, you know, if you didn't post about something online and social media, then it didn't happen. И смотрите, что происходит из-за этого. So let's see what happens because of it. Современный человек перестал нуждаться в других людях как в источнике знаний. You know, the modern person has stopped relying on people around them as a source of knowledge. Я помню, что такой термин был в Советском Союзе по блату. You know, there was a term in the Soviet Union by grace. Зачем это нужно было? Всех какой-то вот какие-то знакомые, где-то у меня есть знакомый в милиции.
You know, you always had to have somebody you knew somewhere. Oh, I know a guy who's a cop. У меня знакомый есть в больнице, там вот я без очереди там тебя куда. Oh, I can get ahead in the line at the hospital because I know somebody that works. Потому there. Что мы нуждались друг в друге, потому что каждый из нас выступает неким источником знаний. You know, and we needed each other. We're sources of knowledge for one another. Этот человек знает, как лечить меня. You know, that person knows how to treat the illness I Этот have. Этот как машину ставить на учет. You know, that one knows how to fix my car. Этот знает, как продукты добывать. You know, that one knows how to bring products that I И need. И мы нуждались в построении этих отношений. And so we needed to build these connections. Сегодня, если я не знаю, как варить борщ, я просто загляну в социальные сети. You know, today, if I don't know how to make borscht, I just look it up. Мне не нужны люди как источник знаний. I don't need them as a source of knowledge. Мне не нужно строить с ними длительных отношений. You know, I don't need to build those relationships with people. Друзья, мы строим с вами мир, в котором мы сами не хотим жить. You know, we're building a world we don't want to live in. Один из признаков аутизма цифрового это то, что легко заменяются друзья, люди, с которыми мы контактируем. One of the signs of digital autism is that you're easily ready to give up friends and trade them away and switch them out. Потому что когда мы всего час или 15 минут имеем для личного общения, because when you only have an hour or 15 minutes just for personal interaction, невозможно стать друзьями. You can't really be friends. И поэтому вот в закрытой жизни. And so you close off your life. Я думаю, что с другой стороны можно посмотреть вот на этот текст из Библии. No, I think from another side we can see this scripture. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Цифровой аутизм ведет к тому, что мы не можем думать о других людях. You know, digital autism leads us to be unable to think about others. Мы как бы перестаем сопереживать. You know, we stop having compassion. Будьте уверены, если вы хотите, чтобы кто-то заплакал, когда вы потеряете кошелек, вам нужно в неделю 10 часов с кем-то строить отношения. You know, if you want somebody in your life to be sad when you lose your wallet, you need at least 10 hours a week that you're spending building that relationship. То есть мы строим мир, который нам не нравится, и мы в нем чувствуем себя одинокими. You know, we're building a world we don't like, a world where we feel isolated and alone. Даже подсчитали специалисты, то есть вот примерно, да, среднее время, необходимое для возникновения связи между двумя людьми. You know, and there were studies done, how long does it take to build a connection to another person? Чтобы человек оставался в ранге знакомых, нам нужно 40-60 часов иметь с ним, но это в течение года. No, to be generally familiar with someone, you need to interact with them about 40 to 60 hours a year. Кажется, ну это за год 60 часов это ж ерунда. And you would think, oh, 60 hours, that's nothing. Друзья, подсчитано, что Библию можно прочитать за год, вообще прочитать Библию за 80 часов. No, people that counted said, hey, you can read the entire Bible in 80 hours. Сели за год прочитывают Библию. No, can you read your Bible in a year? Я думаю, что ответ очевиден. I think the answer is Чтобы obvious. Приятели были, нужно удвоить это. And so in order to be familiar, you need to double that. А чтобы друзья, то более 200 часов в год. And in order to be truly friends, you need more than 200 это hours a year. Имеется в виду провести лично, не просто как бы разослать text message. You know, and this means personal interaction this long, this amount of time, not just sending out a text message. Так что, друзья, Библия очень права. And so I would say, friends, the Bible is correct. Другие люди меняются на гаджеты нами. You know, we trade people for gadgets. И видите, в притче даже было написано, что наушник разлучает друзей. And there's a proverb about this. It doesn't translate. Теперь поговорим о выдаче информации. Now I want to talk about informational output. Сегодня специалисты бьют тревогу и говорят, что у нас поколение Герасимов растет. Experts today. Герасим, так это имя Герасим. Поколение Герасимов. Okay. Experts today say we have a generation with this condition. Ты не знаешь, что такое Герасим? Во втором классе не проходил. Точно не знаю. Да. Это тот, кто муму утопил. Это я тоже не знаю.
Тургенев. Почему? Почему поколение Герасимов? So why is this a generation with this characteristic? Потреблять потребляют. Because we can consume. Но это ж нужно еще проанализировать и выдать. But you know, we still have to analyze this and output it. На выпускном я разговаривал с учительницей моего сына. You know, at graduation I was talking to the teacher of my son. И она рассказывает, я, говорит, с этим классом с первого класса. And she was telling me, I've been with these kids from first grade. И раньше, говорит, я так уставал от них. And, you know, in the beginning, I was so tired with them. Когда они прибегали, там еще фильмы про Фантомаса были популярны такие, они каждый хотел мне пересказать. You know, they would all run to me, and there was this, this popular movie series, and they would want to tell me about these movies. А я вот вчера такую историю, он начинает, что он видел, на улице гулял, что-то, какое-то событие, он все это рассказывает, день рождения. And they would start to share all of their experiences, the way they played outside, the birthday party they went to. Я помню, мы перемены ждали, чтобы поделиться друг с другом новостями всеми. And I remember I would wait for recess to share all of these things that happened to me with my friends. Сегодня этой необходимости в этом нет. And today there's no necessity in this. Сегодня ты просто ссылку сбрасываешь. No, today you just send a message. И на, посмотри. Ты видел фильм такой? Нет, на, посмотри. Hey, did you see that movie? No, here it is. Тебе не надо об этом рассказывать. You know, you don't have to retell it. Ты не пересказываешь. You don't have to output it. И, да, и потому что не мой. И учительница говорит, вызываю к доске, вот вижу, что понимает, знает урок, а сказать не может. Сказать, высказать не может свои мысли. And so this was a mute, and when the teacher would call him to the front, she would see he understands everything, but he wouldn't be able to say it. И сегодня, почему это происходит? Потому что часть нейронов, они просто перестают быть задействованы в регулярной работе головного мозга. And so why does this happen today? It's because some parts of your neural connections, they're just not active, they're not being used. И они за ненадобностью, они деградируют и отмирают. And so they, with disuse, they degrade. И это сегодня такой феномен, его даже в список ведет, вводят психологических заболеваний, это псевдодебильность. So this is a real psychological condition, which I have no idea how to say. То есть, когда человек, он не может, вот многие работодатели, они говорят, как вот, ну как дать ему мозгов, вот, не может, он высказаться не может. No, this is when a person basically has an inability to express themselves. И у нового поколения это еще усложняется все. And so with the younger generations, this becomes more prevalent. А у них просто оно даже не развивается. You know, this is just not something they're developing. И поэтому я говорю, что это изменение вообще в принципе работы мозга сейчас происходит. And so this is why I say this is changing the way our mind works. Мы становимся другими людьми. We become different people. И это действительно сейчас тревожит. And so this is truly disturbing today. Есть еще одна как бы такой вопрос. Вот эта псевдодебильность. Я не успеваю перелистывать, время просто бежит так быстро. No, our time is flowing so quickly. Но есть еще одна вещь. And here's one more thing I want to bring up. Это так называемое дистальное видение. And so this is a grand way. На дистанцию видеть, дистальное видение. A distance way of seeing things. То есть вот если не развивается способность анализировать и выдавать информацию, к сожалению, ребенок, ну или взрослый, да, у него нет способности мечтать и видеть вперед. And so if you don't utilize these areas of your brain, you lack the ability to dream of and plan for the future. То есть у него просто в эту сторону мозг даже не начал работать и не затачивается. You know, that part of your mind, it doesn't even work. Your mind doesn't even go in that direction. И отсюда вот такая проблема, это снижение индекса гениальности. And so the issue becomes a decrease in the genius index. Есть вот такой индекс гениальности, он еще называется тест Эллиса-Терренса. And so there's this genius index, it's also called the Ellis-Torrance test. И этот тест уже 50 лет применяют к детям. You know, it's been used for the last 50 years to test kids. Если упрощенно, то это детям дают разные фигурки, кругляшки, треугольники, квадратики. No, simply put, they give different little figures to kids.
И вот из этих простых вещей ребенок должен создать что-то более сложное. And so from these simple shapes, the child must create something more complex. И мы видим, как вот этот график показывает, что сначала было хорошее развитие, когда телевидение появилось. You know, and we see the chart here showing how the genius index developed. То есть для детей это было полезно, потому что они увидели чуть-чуть шире мир. You know, first when the televisions came out, it was useful for the kids. They could see a broader aspect of the world. Потом, когда появилось кабельное телевидение, стали производить различные сериалы. No, then cable TV came about. There were different, you know, shows. То это устаканилось, уравнялось. We see the genius index plateaus. И с появлением уже интернета это снижается год от года. And with the development of the internet, it's going down year by year. И специалисты говорят, что вот в 2008 году 85% детей получили более низкие баллы, чем в 84-м. And so experts say 85% of kids in 2008 received lower marks than in 1984. Хорошо, друзья, я уже, думаю, достаточно заложил основание. Я чуть-чуть хочу пролистать и I think I've built a sufficient foundation, and I want to get to the end of, well, what do we do here? Я бы 10 правил дал коротко, что бы вообще нужно нам делать, чтобы все-таки иметь какую-то цифровую гигиену. And so I'm going to give you just 10 basic rules of digital hygiene on the very back of your handout. У нас есть такой термин, да, я на связи. Это подразумевает, что я всегда держу в руках телефон. Я хочу сказать, что нам нужно создавать в церкви правильную культуру. Что отсоединяться от интернета это нормально. Хотя бы на 23 минуты. At least for 23 minutes. Чтобы хоть чуть-чуть подумать. So that your mind would shift just a little bit. Потом придется себя заставлять и даже уезжать. Вот знаете, как всегда разговариваешь с людьми, 3 дня были без связи, так классно, так отдохнули, так здорово. Now this may mean taking a forced vacation, going somewhere for a few days, just being offline. А потому что происходит самоосмысление, а оно возможно только, когда ты не получаешь какой-то другой информации. And so, you know, the way your thinking starts to change, and it's only possible where you're not bombarded with information. Поэтому сделайте для себя вот определенный режим. And so I encourage you, create a specific schedule for yourself. Чтобы не всегда быть на связи. Don't always be online. Научитесь так распределять время, чтобы, допустим, пользоваться интернетом. Мы не можем отказаться от этого, но пользоваться в определенное время. You know, try to use the internet in a set time. Вторая рекомендация. Уберите все уведомления. And the second recommendation, delete all notifications. Это вот уведомление, как дзинь, кто-то раз, и тебе надо, рука уже тянется, посмотреть, кто там чего написал. Whenever you hear that notification, your arm automatically grasps for your phone. Who wrote what? Поверьте, у всех мессенджеров я проверял, отключаются эти функции. And every messenger out there can mute notifications. Потому что часть вот этих звонков, она ни к чему, не звонков даже, а просто пришло письмо, дзинь, так пострел, о, рассылка, что-то по билетам. А ты только собрался думать. No, because a lot of these notifications, they're just pointless and useless. You get one and you look, oh, it's just spam. And all of a sudden, it's interrupted your thinking. Как в той старой шутке, да, только собрались работать и вдруг обнаружили Wi-Fi. And there's an old joke, oh, we got together ready to do a job and we found out they had Wi-Fi. Поэтому здесь без вот такой какой-то волевых решений это не решить. And это so, не сделать. You know, you can't make decisions in this state. Я не призываю к тому, что сделайте так, чтобы вообще вас никто не дозвонился там. You know, I'm not telling you to completely live off the grid. Оставьте какие-то каналы связи там для детей, для жены, чтобы друг в 2 часа ночи позвонил, если машина в аварию попала. You know, leave channels of communication for emergencies for your wife, your kids. Но это нормально создавать культуру, когда мы просто говорим: "Я занят". But it's okay to create a culture where you say, "Hey, I'm busy." Это и есть формирование вот этой гигиены своей. No, this is part of this digital hygiene. Следующее.
осознанное использование социальных сетей. You know, be conscious of your use of social networks. Выделите для себя время. You know, set aside time. Когда вы заходите в социальные сети. When you use social media. Может быть, какие-то там уже и не работают, не знаю, существуют там одноклассники. Может быть, там уже и одноклассники все в мир иной ушли. Уходите оттуда. You know, maybe abandon some of the older, more decrepit social networks. И либо выделите какой-то определенный час. Or, you know, set aside a specific amount of time. Но только не перед сном. But not before bed. Я поясню потом, почему. Let me, I'll explain why. Следующее, периодическая уборка мусора. No, the next point, periodically clean out your garbage. Если сейчас посмотреть у нас на телефоны, мы увидим, что у нас куча приложений, которые нам не нужны. You know, if you look at your phone right now, you're going to see a bunch of notifications you don't need. И это мусор. It's trash. Во-первых, он мешает, чтобы найти быстро нужную информацию, нужные приложения. You know, it gets in the way of the information you actually need, of finding the right stuff. Либо это не систематизировано, вот листаешь просто, чтобы найти что-то. И раз, о, вот сюда давно не заходил. А тебе и не нужно было туда заходить. Если 3 месяца не пользуешься, удаляй смело. And all of a sudden, you know, you're looking through all this junk on your phone and you get distracted. You look at something and say, oh, I haven't been there in months. And it just gets away. Это нужно делать и с компьютером, но больше с телефоном. You know, do this with your computers, but more with your phone. Следующее. Обойдите алгоритмы социальных сетей. Outsmart social media algorithms. Я хочу вам сказать одну вещь. I want to share one thing. Мы думаем, что интернет дает свободу. You know, we think the internet gives us freedom. Мы можем любую информацию смотреть, какую мы хотим. You know, we can get any information that we need. Это не то, что там вот в России, в Беларуси, где вот только государственное. Мы можем что хотим, то и смотрим. No, it's not like it is in Russia or Belarus. Here we can find anything. На самом деле нет. But the truth is no. Есть понятие алгоритмов. You know, социальных сетей и интернета. There is algorithms in social media on the internet. Если ты посмотрел какое-то видео, if you look at a video, посмотрел до конца, еще если поставил лайк, you know, if you watch it till the end, if you especially like it, ты будешь все время смотреть такой же подобный контент. It's gonna feed you similar content. Оно будет тебе приходить, раз тебе это понравилось, тебе будут предлагать. You know, if you like that, that's what's gonna be recommended to you. Интернет похож на коридор, тебя загнали в один коридор, вот ты попал на какие-то оппозиционные, допустим, сайты. И ты будешь по ним все время идти. You know, it's like getting into a long hallway. Once you're in that hallway, that's the content you receive. У тебя нету свободы. Тебе предлагают, и ты на это реагируешь. You know, there's really no freedom. You're reacting on whatever it feeds you. И поэтому сегодня вот в интернете мы все в коридорах там ходим. And so today online, we're all in our own corridors. Подписывайтесь на тех людей и на те контенты, которые будут созидать вас. And so I encourage you, subscribe to content that edifies you. Не ставьте лайки там, где просто там из пластмассовых вилочек строят елку. Don't like dumb things where plastic forks are made into a Christmas tree. Я посмотрел это видео 17 миллионов человек. No, I looked at that video and I saw it had 17 million views. Я зашел на сайт одного брата, который очень умные вещи про Троицу говорит. And, you know, then I went to a different website of a very intelligent brother. 340 просмотров. And it's 340 views. Вот это упрощение контента, которое ты, о, круто он построил, лайк. И тебе это все будет предлагать, это будет твоя жвачка. And so all of this content, oh, that was a clever way to use plastic forks, like it. That's all you're going to get suggested. Поэтому подписывайся и лайки ставь только то, что будет тебя созидать. И тогда потихоньку этот мусор уйдет. So consume and like the things that edify you, and slowly the trash will filter out. Следующее. Next. Специализируйте каждое приложение. Now specialize every application that you have. То есть вот я у себя так специализирую, что, допустим, все, что связано с церковной у меня работой, это все в Телеграме. You know, the way I specialize personally, everything that has to do with church and my work there, it's in the Telegram app. Все, что семейное, это у меня WhatsApp. And everything related to my family communications is in WhatsApp.
и так со всеми остальными. То есть я разделил это, и мне это помогает. And you know, that's how I treat my world. I divide these things, and it helps me. Потому что если я работаю в одном приложении, потому что очень часто в одном же приложении, если ты работаешь, то туда прилетает ненужных много вещей, которые отвлекают тебя. You know, if I'm working, I'm using one specific app, and then other notifications that distract me don't show up. Дальше. Цифровые методы против цифровой зависимости. Now, here's the next point. Digital methods versus digital addiction. Раз хотя бы в неделю проверяйте свои аналитику вашего телефона. То есть на что вы больше заходите. Потому что сейчас iPhone, я думаю, Android тоже дает информацию. На чем вы больше зависаете? At least once a week, take a look at the analytics in your phone. What do you consume the most? What apps do you use most? Без применения воли и усилия вы не создадите вот эту цифровую гигиену. No, without putting in effort and forethought, you're not going to create this digital hygiene. Точно так же, как вы обнаружили у себя какой-то лишний килограмм. You know, in the same way you may discover an extra kilogram in your weight. И поэтому вы говорите, так, сегодня вот это не ем, а завтра иду в спортзал. And then you can say, okay, today I'm gonna, you know, not eat this other thing and maybe work out a little bit. Точно так же вы смотрите, на что вы тратите больше времени, и вам нужно с этим работать. And in the same way you can see, hey, where does my time go in my phone? How can I address this? Есть даже таймеры, когда они устанавливают, что, допустим, 20 минут на такое-то приложение, потом у тебя отключается. Now there's even timer apps where you can limit, hey, 20 minutes. And it's in this app, and then it's off. То есть таких тоже вещей вот можно настроить очень много, которые будут помогать. And so there's lots of different methods that can help. Следующее. Извиняюсь. Смартфон с глаз долой. And the next point is. Еще две потерпите и пойдем домой. No, be patient. Two more points, and we'll go home. And the next point is take your smartphone and put it away. Также делали исследования три группы исследуемых. У одних смартфон был в их портфеле. Сумки. You know, there was a research study done with three groups of people. Group one had their smartphone in their briefcase. У других на столе лежал. The second group had it on the table. А третьи сдали смартфон в другом кабинете. And the third group had their phones in a different room. И те, у кого смартфоны были сданы в другом кабинете лежали. Они тесты сдавали, одинаковые тесты абсолютно, сдавали гораздо лучше эти тесты. And those people that had their phones in another room, they did the same exact tests, but performed better than the other groups. Потому что когда телефон, у тебя есть как бы такое понимание, у тебя есть надежда на телефон всегда. You know, because when your phone is nearby, you have this reliance on it. Тебе не надо что-то вспоминать, тебе хочется посмотреть это в телефоне. You know, you don't have to really remember anything, you can look it up. И даже если тебе запрещают смотреть в телефон, просто он у тебя лежит экраном вниз. Even if it's forbidden to use, you just have it sitting next to you. Само наличие телефона на столе не запускает механизм оперативной памяти. Just the fact that it's there on the table, it blocks and changes the way you think. И поэтому лучше даже дома иметь зарядную где-то станцию. Не в спальне. And so even at home, it's better to charge your phone outside your bedroom. Потому что вообще это формирует культуру, что спальня для сна. No, because this creates a habit, my bedroom is for sleep. Ваш организм, он привыкнет, поэтому не надо в спальню и телевизор ставить, и все остальное. And your body gets used to this. You don't have to put a TV or a phone into your bedroom. Это вы все оставляете в других комнатах, но потом приходите в спальню, и организм, он понимает, что вы в спальне, сейчас надо спать. And so you keep everything in the other rooms, and then you enter your bedroom, your body understands, hey, the bedroom is for sleep. И, допустим, я у себя, я когда увидел, что как бы у меня неправильные эти вещи есть, я сейчас сделал так, что телефон, во-первых, находится в другой комнате, во-вторых, я его не беру, пока я не сделаю все свои утренние мероприятия. Пока не помоюсь, не почищу, не позавтракаю, только тогда я могу взять телефон. And so in my personal life, I saw I had some of these struggles, so I changed things up, I keep my phone outside my room, and I decided I'm not going to have access to it until I'm done with my morning routine. I wake up, eat, brush my teeth,
And then only I get access to my phone. И это, знаете, ничего не случилось. And you know what? Nothing terrible happened. Иногда мы, ну, конечно, сейчас период такой войны, и вот эти новости, они все время будоражат нас. And you know, right now we're in a difficult time of war. There's always news that worries us. И кажется, будем еще долго вот это все выходить из этого состояния серфинга по новостям. You know, and I think it's going to take some effort to get out of this state of constantly surfing the news. Кстати, и детям это тоже очень важно, не только взрослым, детям в первую очередь. Oh, again, this is especially important for kids as well, not just adults. Что бы я еще посоветовал? Иметь будильник вместо смартфона. And the last thing I want to suggest is, you know, have a clock instead of a smartphone. На смартфоны заменили будильники. You know, for a lot of people, you don't have an alarm clock, you have a phone. И поэтому первое, что у нас оказывается в руке, это смартфон. And so the first thing in your hand that morning is your phone. И ты сразу же видишь, что там произошло за ночь. And all of a sudden you see everything that happened overnight. И поэтому чаще всего у людей эта статистика говорит, что с момента, как он проснулся, до момента, как он встал, как минимум полчаса. And so for a lot of people, from the time you actually wake up to when you get out of bed, it takes half an hour. Пока он не просмотрит все. Because you're looking at everything in your phone. Поэтому если будет обычный будильник, but if you have a regular alarm clock instead, тебя телефон просто не окажется в руках. All of a sudden, the phone's not in your hand. Ну и последнее, друзья. And here's the last point. На ночь не есть. Don't eat at night. Информацию тоже. And don't consume information either. Человек есть то, что он ест. And we are what we eat. Нельзя засыпать с телефоном. So you can't fall asleep with your phone in your hand. Точно так же, как после шести вы не едите. No, in the same way you can't eat after six. Поставьте какое-то для себя время, когда вы не заходите. Возьмите книжку, почитайте. No, set a cutoff for your screen time as well. Pick up a book, read. Некоторые мне как-то рекомендовал один молодой человек, говорит, я, говорит, начинаю читать Библию, так засыпаю сразу же. You know, a young man once told me, I pick up the Bible, start to read, fall asleep. Ну, потому что, да, мозг напрягается. And I tell him, yeah, your mind is working harder. Он рисует картинки. You know, it's building, imagining this image. И ты закрываешь книжку и ложишься спать. And then put the book away, go to bed. С телефоном так не получается. No, it doesn't happen with your phone. Ты его взял просто посмотреть, кто там что написал. You may grab it just to see, oh, what did he write? И смотришь уже 3 часа. And all of a sudden, it's 3 a.m. А я ж только хотел там одно видео как-то посмотреть. And you're thinking, oh, I just wanted to look at that one video. Поэтому, друзья, в наших руках, как мы будем сейчас формировать отношения вообще вот к цифровому миру. You know, so it's up to us. It's within our hands how we treat the digital world. Этот вопрос слабо изучен. Я предлагаю каждому из нас изучить этот вопрос. You know, I would say this is a poorly researched area. I encourage all of you look into this. И нормально, когда мы будем детей учить, как учим мыть руки, чистить зубы. And then when you're teaching your kids, teach them digital hygiene, like you teach them to wash their hands or brush their teeth. Нужно создавать эту диету, эту гигиену цифровую. Now you have to create this digital hygiene. Плохо, когда мы уже дали им что-то свободу, и они там уже глубоко находятся, а потом мы вырываем. Now it's much more difficult when you first give them that freedom and then try to take it away. Тогда очень сложно. Then you get difficulties. Тогда будут скандалы. Тогда then there's gonna be a fight. Дети будут не соглашаться. Then your kids will rebel. Но если с самого начала правильно задавать темп и гигиену создавать в семье, but if from the beginning you create the right hygiene in your family, читать книжку, бабушку вызовите, пусть сказки читает на ночь. You know, call your grandma, have her read a story. Я думаю, что тогда мы избежим многих проблем, которые несет с собой цифровой мир. I think then we can escape a lot of the problems of the digital world. Давайте мы помолимся, друзья. Let us pray. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе, что Ты ведешь нас по этой жизни. И в этом современном мире Ты призвал Церковь нести свет. Поэтому, Господь, мы, видя то, что происходит, нас это должно снарядить на добрые дела. Нас это должно смобилизировать. Не просто ужасаться, закрыться, а понять, как в этих современных условиях Церковь может развиваться, действовать и влиять на этот мир. Благослови каждого из нас. Мы нуждаемся в Твоем водительстве. Господь, вся слава пусть будет Тебе и честь. Во имя Сына Божьего мы молились. Аминь. Аминь. Нет, я объявление сделаю.
Слава Богу, братья и сестры. Praise God, brothers and sisters. Было очень интересно. Very interesting content.